Ничего, кроме благодарности, не могу сказать, действительно. И, наверное, здорово сначала узнать о том, что ты получил премию, потом ее получить, но не получив, получить ее второй раз. Спустя 2 года, вот из-за всех наших этих коллизий, связанных с границами, с переездами, это замечательная, прекрасная статуэтка доехала до меня только сейчас, спустя 1,5-2 года, да, кажется, столько времени прошло. И я еще раз, уже второй или третий раз, испытал это бесконечное удовольствие. Для меня это дорогая награда, потому что в каком-то смысле, может быть, она самая народная, самая настоящая. Уж я-то точно знаю, что я ее получил не потому, что я с кем-то как-то в каких-то правильных взаимоотношениях или каким-то еще причинам. Я точно знаю, что проголосовали зрители, и для меня это очень дорого. Для меня дорог каждый голос этих людей, и для меня это и неожиданно, и очень ценно, и я действительно счастлив получить вот именно эту награду, при том, что мне повезло. Сначала мой спектакль получил за «Макбета» премию «Звезду театрала», а на следующий год получил уже я за «Знахаря», то есть за роль в кино. И мне ценно, что у меня есть свой зритель, и этот зритель так внимателен ко мне. В наше время внимательность вообще является большой редкостью, потому что все как-то, все бежит, все суетится, все размазано по большому количеству разных подробностей, и ни на чем взгляд не останавливается. Поэтому, когда к тебе люди внимательны, это, конечно, очень ценно, и это в душе в твоей оставляет очень правильный след. Собственно, ради людей мы и работаем. Спасибо огромное.